Всем привет, дорогие друзья, с вами Леон и Енот Вайф. И пока он готовится, мы тут посмотрим, как наш Нек прыгает. Чё? Ждать. Ты должна быть готова за 10 секунд. О. Подожди, тут вон по-любому секрет какой-то не пропу... Вот, допустим. Ты смотри, тут может быть какая-нибудь... Брысь отсюда, Соня. Нет секреток. Нет секреток, нет проблем. Так. Да, я что-то пропустил, блин. Кто же все это ролик, сделал? Наверное. Не страшно. Ой, вот это ненавижу. Очевидно, это какие-то... Подожди, вон дверь, она что-то какая-то... Вот это. Нет? А тут, стоп. Ну, давай дальше. На! Блин, сейчас догоню тебя, хитрый. Пошли. В каком-то странном месте, называется лабиринт, но что-то это нифига не лабиринт. Да, там, подожди, стоп. Просто ра... Нет. Я просто боюсь, что когда-нибудь, где-нибудь... Значит, ключ там? Секретка, да? Секретка. Да. Да, глубоко в лабиринте. Много испытаний придется преодолеть, прежде чем мы до него доберемся. Вот. Тут? Ну, короче, вот где есть пандусы, то там нет ни хрена. А вот тут вот нет тоже ничего. Хотя фиг знает. Ого! Загадку, видимо, будем разгадывать. Или они пытаются разгадать. Бомбы, что ли? Догнали. Похоже, они пытаются взломать ее. Не вяжется с духом лабиринта, правда? Что-то все присели так. Все? Опять лицензия подтверждена. Да. Странно, пошли. О! Дверька, дверька. Ура, ура, пожалуйста. Не надо рубины. Ты другая. Не рубины. Алмазный. Да. Ну а что? Тоже неплохо. Так теперь они и будут шпарить. То алмазный, то такой. Это не то. Подожди, вот мы сюда можем пройти. О, кстати, дверь. Подожди-ка. Давай посмотрим, что вообще делает рычаг. О. Надо еще три, два. Ну, вон на РК один вижу. Так-то они что, сами не догадались, что тут рычаги надо жить? По-моему, нет. Да. Это очень глупо. Мега загадка. Вообще. Да, ну проще взорвать. Что это я? Чем пройти три шага. Вперед в неизвестность. Ну что, бей. Я бью. Я всех и бью. Оп.
Это что за чудище? Откуда? А, помнишь, мы было на щит. Стой, подожди. Сейчас кидаться будут, аккуратно. Сейчас он. О, надо вот. Подходи. Назад. Проверим комнату. Нет, пошли вон там дальше два. Бери право, я лево. Если это место построили люди, то что это сделают стражи? Что? Очевидно, эти люди поняли, как управлять стражей. Давай ты этот рычаг, я вот этот. О, попёр процесс. Да. Сейчас ты вернешься. В говно. Стоп, что это за комната? Что это? Ничего. Какая-то комната странная. Ты идешь? Угу. Шли. Что за пылесосы? Стой, 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 стой. Ну иди, встань тогда. Вот я думаю, ну давай попробуем. Чудики бегут. Ты откуда здесь? А, я помню его. Вон слева секретка. Слева. Слева, блин, не туда иду. Вот, ломай. Нет? Странно. А тут? Байли. Вот наш ключ и наша дверь. Когда ключ отопрет заветную дверь, горы поднимутся выше облаков. И лик земли изменится навсегда. Малыш, что это значит? Подзорвется все. Что это за херня? О, ну куда еще? Это что нужно делать, не знаю? Не знаю. Просто выжить. Вон справа. Блять, лабиринт. Интересно. Ты же любишь рубиновый. Аметистовый. И аметистовый. Аметистовый, тоже. Рубиновый. А, алмазный. Алмазный. Пошли. Ну вот сюда. Еще одну. Представление. Тут еще на время. Да? Давай. Давай быстрее, иди вон к тому дальнему. Я вот это попробую. Не понял. Ты где? Ты вон. Я себя не вижу даже. Ты вон, блин. Да. Ладно, я, короче, сам все сделаю.
Где третий-то? Где? Этот я уже нажимал. Блять. Ты должна встать у одного из дальних. Поняла? Да. Добеги до туда. А, нихера. Ну все, побежали, значит, тут на время. Да где мы? Да ты потому что. Что бишь? О. Ну тут посложнее было. Ну, вообще, дерьмо-демон. Скатились. А как они через эту перегородку так плавно? Ломается. Спасибо, жена. Лава? Ха, вот это неожиданно. Очевидно, это спящий вулкан. Он. Идешь? Че, попали что ли? Нет, упала. Упала? Надоешь. Какая-то странная магма или что это? Что такое вообще? Хранит. Хранит. Ну вот с этим сейчас сложно. Ух ты! Подожди. Вот дальние проверим две. На предмет хитростей. Нет, ничего. Ну чё, нажимаем? Ты нажала? Тут я как-то не помню, как выглядели стены те. Вон прямо явно. Вообще-то я думаю, что еще тут есть. Это нет, наверное. Так, ну что, пошли вперед, вверх, выше. Так, тут у нас, судя по всему, ничего нет. Ну пошли. Тук-т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 ук. Вот стукивай стенки. Стоишь. Ух ты! Ого! Все в магме этой. А мы ключ-то нашли? Робот сейчас какой-нибудь огромный. А, ключ он как раз там, где по центру. У нас гости. Эх. Пошли. Древний ключ. Надо спешить. Нельзя позволить им заполучить ключ. Пойдем. Это что? Да, это я уже пойду. Хулио. Хулио. Опасность. Да, как всегда. Не то, что хочется. Да.
Что-то мы быстро тут пробежали. Ну, тут, видимо, ничего не было. А вот тут... Тут тоже ничего. Пошли дальше. Роботик. Жива? Да, да, да. Побегаю. Все, все в порядке. Да. Что-то их больше и больше, толку меньше, мало с этого всего. Вот. Ну, ого, какая огромная дверь. Вы крайне упорны, доктор, признаю это. Виктор. И он привел с собой несколько надежных друзей. На данный момент счет 2-1. Сыграем до 5 очков. 5 очков или 7? Нет. Это последняя схватка, и мы подготовились. Если они с тобой не справятся, тогда справится это. По сути, это отравленный реликт. Он разрушает мистическую энергию, соединяющую твои части. Мы не знаем природы этой энергии, но не обязательно понимать что-то, чтобы его сломать. Беги, Нек, беги! Hit and run. Давайте, скорее. Ребята, скорее! Спасибо, Нек! Баба. Ну и ничего не изменилось этой херни. На этот раз будем действовать наверняка. Сначала достань ключ. Потом уничтожь Нека. Да хер вам. Беги, Виктору робот. Понадобится время, чтобы пробиться. Подожди. О, глаза. Уже чит 6, 5 из 5. Вампир Нек. Подожди, вон внизу что-то дракает. Ладно. Так проще. Порой. Ну, вырубай. Ой. Подожди. Я в тупике. Да, вот сюда. Как бы включить так, чтобы... Так давай я включу. Ну давай. Подойди сюда. Вот сюда, где я стою, подойди. Сейчас буду... Стой. И не включай пока. У тебя же время идет. Угу. Давай, включай. Бей. Просто бей. Ага, не получается. Ну ладно. Подожди, вот. Будь на полпути, чтобы я была... Ну давай. Кадре. Понятно, блядь, почему у тебя не получается. Просто рука жжет. Извиняюсь, но бывает. Не получается. Да мы уже вон дошли до чего-то мистического. Ключик. Да, какой-то супер ключ. Это дудка или это золотой автомат Калашников? Это ключ. Мы опередили Виктора. Нек, можешь туда прыгнуть? Да, я надеюсь. Ну, тогда давай. Мы откроем дверь со всей осторожностью. Я наконец-то смогу раскрыть тайны веков. Как это откроем дверь?
Доктор, разве вы забыли, что было написано на фреске? Ты даже не представляешь, что воплощает этот ключ. Подумай о научных открытиях. Прекрасно представляю. Он означает конец нашему миру. Мы должны его уничтожить. Хватит спорить. Нек, доставай. Я понял. Лукас, уйди с дороги. Нет. Там великая опасность. Почему ты не веришь? Доктор отдает приказы, а я выполняю. Последний раз это кончилось тем, что мы попали в плен, а тебя подстрелили. Скажи, Нек, ты видишь в этом какой-то смысл? Не особо, но... Я же говорил. Какое бы безумие он ни задумал, никто не останавливает доктора. Док, мальчик прав. А, двое против одного, так? Доктор, пора остановиться. И ты, Райдер? Вы просили сказать вам, если вы примете неверное решение. Неделю назад мы не знали о гигантских реликтах, и все было отлично. Откройте дверь. Вы или Виктор, неважно. Мы узнаем, что означает великая трансформация. Это не к добру. Ладно. Уничтожим его. Не успеют. Так? Тормозят. Ты должен разобраться с ключом, пока он не попал в руки Виктора. Это слишком опасно. Да, прыгни ты сейчас там, девка.